50-летию полета Юрия Гагарина в космос посвящается. Наш телеканал запускает новый проект «Самара. Первые в космосе». Почему именно Куйбышев в свое время стал центром ракетостроения? Какой ценой дались заводчанам первые ракеты? Ой, график был очень жесткий. Работали буквально круглые сутки. Вот благодаря тому, что вот эти пультовых было по две везде, а они не использовались. Там поставили стеллажи, и мы там спали. Смотрите на телеканале «Самара ГИС» в понедельник, 28 марта в 20:30.